Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал. И сегодня довольно-таки непривычное, необычное видео для моего канала. Вроде бы мы будем вместе с вами тестировать вот этот уход новый корейский для меня, бренд Бэндон, на протяжении 2 недель. Минимум лучше, конечно, месяца. Это просто идеальный вариант. Но довольно-таки необычным способом. То есть на протяжении этого времени я убираю абсолютно весь свой уход, всю свою коллекцию уходовой косметики за лицом и оставляю только Бэндон. Мне кажется, таким образом тестирование получается более полноценным, более обширным и более рациональным. Таким образом я смогу оценить воздействие каждого уходового продукта на свою кожу. Мы разберем его составы, его текстуры, как он наносится. И также я вам покажу состояние кожи своей без макияжа до использования этого ухода, я пока им не пользовалась, и после. Я надеюсь, что, конечно, состояние кожи моей улучшится, но хотя бы, чтобы оно осталось в таком же состоянии. Посмотрим, что из этого получится, поэтому, кого я заинтересовала, то оставайтесь со мной, не переключайтесь, досмотрите данное видео до конца и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И давайте сначала расскажу немножечко про сам бренд Бэндон. Это относительно молодой бренд, он вышел в свет в 2007 году в Южной Корее. И создатель данного бренда это корейский доктор, который вообще изобрел эту уходовую косметику для своего брата, у которого была проблемная кожа. Она была чувствительная, и абсолютно никакой уход ему не подходил. Тогда он взялся за решение этого вопроса, начал подбирать ингредиенты, только натуральные компоненты в этой косметике высочайшего качества, и нашел идеальную рецептуру. И тогда вышла в свет эта замечательная фармацевтическая лечебная косметика. Такая вот история. И давайте сначала вам покажу, наверное, что у меня есть вообще из ухода от Бэндон, и чем я буду пользоваться на протяжении минимум 2 недель. Во-первых, для умывания, для очищения кожи лица у меня имеется вот такая вот пенка в небольшом объеме, в пробном, 30 грамм. Я посмотрю, она мне понравится или нет. Если подойдет, то закажу себе в полном объеме, по-моему, 150 грамм. Она, как заявляют, подходит для всех типов кожи, у нее замечательный состав, и по идее она не должна мне пересушивать кожу, посмотрим, проверим. Следующие два уходовых продукта из их линейки на основе пчелиного яда и муцина улитки. Из этой серии у меня имеется тоник для лица, подходит также для всех типов кожи, и также лосьон, или по-другому это легкий увлажняющий крем. Заявляет, что эта вся линеечка и увлажняет, и немного подпитывает, восстанавливает, регенерирует и борется с возрастными изменениями. Следующее это крем для кожи вокруг глаз, уже из другой, более мощной омолаживающей линейки. У него просто шикарнейший и состав, и огромный объем, как для крема для кожи вокруг глаз, целых 30 граммов. Также, что касается масок для лица, у меня есть масочка успокаивающая на основе алоэ. Потом вот такая новиночка, также успокаивающая маска на основе центеллы. И вот такой спонж, это диск пилинг с витамином С. Вообще у меня только одна штучка, хотя я понимаю, что лучше было бы на курс брать минимум 4 штуки. Но получается не совсем выгодно экономически, поэтому взяла на пробу один, а там посмотрю и давайте приступим к тестированию. Оставайтесь со мной, не переключайтесь, и всем вам желаю приятного просмотра и красивой, здоровой, молодой кожи. Ребята, ну что, я снова с вами, для вас прошло просто мгновение, а для меня целый месяц с первого дня использования натуральной уходовой косметики корейской от бренда Бэндон. И напомню, что на протяжении целого месяца я тестировала этот уход и больше для своего лица, кроме Бэндон, ничего абсолютно не использовала. И я продержалась, и я это сделала, ура, товарищи! Признаю честно, что поначалу было крайне тяжело это делать и больше ничего не добавлять, потому что ручки постоянно чесались. Но вот по прошествии целого месяца я понимаю, что этого количества по уходу за лицом более чем достаточно и больше ничего не нужно. Возможно, масочек нужно большее количество, потому что маски я обычно делаю 2 раза в неделю. И более тщательное очищение, вот такие вот спонжи, которые чуть дальше покажу в видео с витамином С, тоже нужно было их не одну штуку, а где-то штучки 4, и было бы вообще все идеально. Возможно, конечно, полностью не всем я довольна, но об этом всем речь пойдет дальше видео, и сегодня я вынесу свой окончательный вердикт
И поехали, ребята! И первое – это очищение, умывание лица. Вот такая замечательная гипоаллергенная пенка. Она имеет кремовую текстуру белого цвета, и у меня был небольшой объем – 30 грамм. И этого более чем достаточно на месяц использования. По утрам и по вечерам я очищала, умывала свое лицо при помощи вот такой замечательной пенки. Она абсолютно кожу не стягивает, она идет на основе натуральных мыльных компонентов, подойдет даже для чувствительной кожи, у нее замечательный состав, нейтральный pH, и работает она хорошо. Хорошо очищает, не стягивает, не пересушивает, никакого дискомфорта, и подойдет абсолютно для всех типов кожи, поэтому, мне кажется, ее точно стоит попробовать. В составе у нас идут масло семян камелии, сквален, лауриновая кислота, масло ши, центелла азиатская, экстракт зеленого чая, экстракт ромашки и другие натуральные полезные компоненты. Конечно, состав шикарный. Следующий этап после умывания, очищения кожи лица – тонизация. В качестве тоника я использовала тонер на основе муцина улитки, пчелиного яда. В составе есть экстракт зеленого чая, камелии и другие полезные натуральные компоненты. Объем этого средства 150 мл, и его вам хватит точно на 3 месяца использования по утрам и по вечерам. После умывания я нажимала 3 раза на помпу. По сути, это обычная водичка, возможно, более плотная, прозрачная, абсолютно без какого-либо запаха, не липкая. Наносила в ладошки и таким образом потом наносила это все на лицо и распределяла. Моментально впитывается, восстанавливает естественный pH кожи, немножечко ее приводит в себя и способствует проникновению других уходовых средств на 37%, как заявляет производитель. Следующий этап после тонизации идет нанесение кремов на лицо. Для лица у меня крем есть легкий и также для зоны вокруг глаз. Что касается уходового крема для лица, это лосьон «Облегченная реакция кремушка». Он идет из той же линеечки, что и тонер, на основе муцина улитки, пчелиного яда. В составе есть ниацинамид, есть масло жожоба, есть гиалуроновая кислота и еще больше натуральных компонентов и экстрактов, чем в тонере. Они усиливают и дополняют действие друг друга. Здесь также очень классный объем, 120 мл, он белого цвета, легкая текстура, прекрасно наносится, распределяется, быстро впитывается. И из-за своей легкой текстуры он подойдет даже для проблемной и для жирной кожи. Я переживала, что питания абсолютно никакого он не будет давать, и на холодное время он мне не подойдет, будет кожа сухая, но нет, я ошибалась. Этот состав замечательный, и он идеально подошел моей коже. Мне кажется, даже на жару просто будет замечательный крем. Единственное, что заявляет производитель, что это увлажняющий дневной крем, но я его использую и по утрам, и по вечерам, и этого объема хватит мне 120 мл, больше чем на 3 месяца, и прекрасно на него ложится макияж, поэтому очень довольна. Он выравнивает тон кожи, высветляет пигментацию, и действительно это так, замечательное средство. И вообще, вы знаете, прежде всего, конечно, бренд Benton популярен своей лечебной косметикой для проблемной кожи с высыпаниями. И в этом плане уход реально работает. На протяжении этого месяца у меня появлялись единичные высыпания, но они были незначительные, они быстро проходили, и вот такие постакне пятна, у меня их-то и не было, они как-то сами собой быстро проходили и были незаметными. Это, конечно, для меня полноценная замена кислотному уходу с высокими содержаниями кислот. Этот уход от Benton работает на моей коже нисколечки не хуже. И последний уходовый крем для лица, а именно для области вокруг глаз, которой я уделяю кое особое внимание, она у меня проблемная. Вот такой кремушек в шикарном объеме 30 грамм, ферментативный, для области вокруг глаз. Кстати, с этим кремом я познакомилась и начала его использовать задолго до всего вот этого основного ухода Benton. И мое знакомство с этой маркой началось с этого крема, потому что на него были просто какие-то восторженные отзывы, и я думала, что это какая-то будет для меня палочка-выручалочка.
И первые две недели, когда я начала им пользоваться, мне он очень нравился. Мне казалось, что вот идеальный крем, он найден. Он белого цвета, имеет плотную текстуру, но мне не хватило от него питания. Возможно, он увлажняет, но он как-то впитывается, возможно, не сразу, но как-то без остатка. И такое ощущение, что я на кожу вокруг глаз ничего не наносила. И да, действительно, он делает кожу более упругой, более такой плотной, эластичной, но за счет того, что он мне не дает питания, и мне даже не хватает увлажнения от него, он не борется с моими мимическими морщинками. И они какие-то вот за последний месяц, наверное, даже за последние две недели стали более ярко выраженными. И вот гусиные лапки, к сожалению, он также не убрал. Хотя в составе есть керамиды, церамиды, масло макадамии, различные ферменты, куча натуральных компонентов. И, конечно, он многообещающий, так его все нахваливали. Но вот в плане борьбы с мимическими морщинками он, по крайней мере, на мне не работает. С кремами все, и переходим к последнему этапу, это маски. Даже, наверное, начнем с вот такого замечательного спонжа-пилинга на основе витамина С. Здесь витамина С целых 450 мг, это прекрасный антиоксидант. Также в составе этого спонжа-пилинга есть еще и гиалуроновая кислота, и другие натуральные компоненты. Вот таких вот спонжей мне не хватало. Мне нужно было их брать 4 штуки, а у меня был на пробу только один. Я поначалу подумала, что это дороговато, допустим, если сравнивать с вот таким спонжем на основе также молочной кислоты, и есть в составе тут еще кроме витамина С и молочная кислота, по цене, то вот этот, наверное, в 2, а то, наверное, даже и в 3 раза подешевле. Но когда я им воспользовалась, хорошо его протестировала тщательно, открыла его, я поняла, почему такая цена. Во-первых, классный состав, высокая концентрация витамина С, который прекрасно высветляет, борется с пигментацией и очищает поры, и высветляет черные точки, все наши загрязненные поры, и действительно работает. Только для чувствительной кожи я бы не рекомендовала этот спонж-пилинг. Для нормальной, для жирной, для проблемной это будет действительно находка. И мне очень понравилось, что внутри вот такой замечательный спонж, который идет не на одно применение, о котором я сейчас несколько раз в неделю еще, плюс вот эта пенка, очищаю и снимаю макияж, вместе работают замечательно. Здесь такая более одна широковатая ребристая поверхность, а другая вот такая как губка. И потом можно смело пользоваться еще месяц вот таким замечательным спонжем. И вообще, конечно, средство хорошее, и оно реально стоит своих денежек, поэтому попробуйте. Сначала это все мы выливаем, тут жидкость была, выливаю в пакет, вспениваю эту пену, несколько минут массирую, распределяю по лицу вот этой губкой широковатой, а потом с обратной стороны здесь у нас витамин С. И такими похлопывающими движениями мы наносим витамин С в течение минутки, потом смываем, и кожа замечательна. Единственное, где она у меня была более такая чувствительные, были и покраснения. Поэтому для чувствительной кожи, да, возможно, для сухой кожи, этот спонж с витамином С не подойдет. И последнее на сегодня – это две тканевые масочки для лица. В принципе, обе неплохие, но все равно больше мне понравилось и подошла вот эта. Что касается маски с алоэ, она хорошая, она действительно успокаивающая, даже немножечко увлажняет кожу, восстанавливает ее. Ну вот, нет такого вау-эффекта. И мне кажется, она, конечно, подойдет для всех типов кожи. Она прекрасно пропитана, и признаюсь честно, хотя эти маски идут на одно применение, обычно я использую их 2 раза. Первый раз наношу, потом снимаю, потому что очень много жидкости остается, закрываю, кладу в холодильник и на следующий день использую 2 раз. Я, правда, переживала, что на алоэ, как раньше, у меня будут какие-то покраснения, кожа будет реагировать каким-то зудом, раздражением, но нет, слава богу, с этой масочкой такого не произошло, она мне подошла. Вот эта маска мне понравилась и подошла еще куда больше, хотя она тоже идет успокаивающая на основе центеллы азиатской. В составе есть, конечно, и другие натуральные полезные компоненты и экстракты. Она действительно и успокаивает, и снимает раздражение, покраснение, увлажняет.
и как-то взбадривает кожу и делает тон кожи более однородным, красивым и здоровым. И, конечно, вот такие масочки лучше использовать не единожды, а покупать целую упаковку, 10 штук, и проходить курсами, и тогда, конечно, будет результат более ярко выраженный. Ребята, на сегодня это весь мой уход от бренда Benton, и подводим итоги. В общем и целом, действительно, косметика достойная, натуральная, у нее классные составы, это не просто уход, это еще и лечение для вашей кожи. Советую обратить внимание на эту косметику, если у вас кожа проблемная, с высыпаниями, она чувствительная, она раздраженная и ничего больше вам не подходит, и если вы в поисках лечебной, работающей натуральной косметики, то я думаю, что уход вам подойдет. Там есть классная линеечка для проблемной жирной кожи на основе алоэ и салициловой кислоты. Есть замечательная вот такая осветляющая линеечка на основе муцина, улитки и пчелиного яда. Если у вас пигментация на коже, если у вас постакне, то вот эта линеечка прекрасно будет работать и убирать эти ненавистные застойные пятнышки. В плане, конечно, вау-омоложения, к сожалению, такого я не получила, но прежде всего этот уход популярен как лечебный для проблемной кожи. В этом плане, конечно, он работает замечательно. Пишите свои отзывы, комментарии, пользовались вы этим брендом или нет, что вам понравилось, что вам подошло, возможно, что вам не подошло, и на что нам стоит еще обратить свое внимание. На сегодня это все. Всем спасибо за ваше внимание, за ваши отзывы, за ваши лайки, за вашу обратную связь. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, и ставьте колокольчик, чтобы получать первыми уведомления. Всем пока, до новых встреч, отличного позитивного настроения. Чао!